Но она определенная откуда, то ли тоже украинское произведение. Родители откуда? Из команды «Азарт» и «Вяткин Кагуар». Она кусается? Она, у нее и по один уже есть. А что надо в ИПО делать? Расскажи. След, послушание и защита. Тебе какой раздел? Рассказать? Послушание. Команда рядом. Ну, БХ, знаешь, что такое? Знаю, я не помню, сколько где шагов. Да не помню, какая разница, та же схема, что у БХ. Только плюс апортировка на ровной поверхности, апортировка через препятствие. ИПО-1? Это ИПО-1, да, и высыл вперед. Ну и выдержка. У нас хорошо, нас немцы открыли 24 числа. По просьбе? По просьбе и по кусок. Бедная засунулась. Стэнлэф. Пошла. Собака. Тика не ожидала. Кеша, блин. Выйди. Достало за меня решение принимать. Вот в случае, когда собака считает себя гораздо умнее всех остальных. А что она сейчас сделала не так? Вообще, я ее налево послала. Она их слегка отогнала, говорит, ну дальше сама, и свалила. Тише. Главное, она достаточно долго держится. Есть малиновые, которые перегорают вроде как хорошо, а... Потом начинают или жраться, или теряют интерес. Это так вроде ничего. Тише! Не-не-не, тише! Просто тише! Тише, чтобы она не разбивала, но при этом работала. Не-не-не, Дим, наоборот, отпусти собаку. Отпусти ее. И уходи оттуда, да. Иди-ка я сама справиться. Дим, уходи оттуда. Ты возле загородки ходишь, они в загородку тише. Прячутся. Вот. Дим, подойди к нам. Не-не, тише. Все. Тише. Пускай работает. Тише. Ну, устала, нашла дуру мается. Надо закончить. Сейчас, мне немножко придет себе. Вот сейчас можно уложить и забрать. Только, ну, по другую сторону. Забирай. Да. Жди! Погладить, похвалить собачку и забрать. Спокойно очень забрать. Молодец, хорошая собака. Ей непривычна все-таки ситуация, когда надо самой думать, ну да. Она от этой ситуации быстро устала.